Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 года номер 593 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены посмертно медалью за отвагу лейтенант полиции Бумажников Евгений Петрович. Государственная награда «Медаль за отвагу» вручается отцу Петру Владимировичу. Старший лейтенант полиции Матонин Алексей Сергеевич. Государственная награда «Медаль за отвагу» вручается отцу Сергею Константиновичу. На церемонии вручения присутствует мать Надежда Адольфовна, вдова Елена Сергеевна, сын Никита, брат Андрей.